Друзья, привет! Прошла очередная рабочая неделя, суббота, мы снова на водоеме. Водоем новый для меня, мне снова подсказали. Вот мы приехали, вот здесь вот глубина должна быть. Туда дальше коряжники, попробуем туда сходить. Погода сегодня пасмурная, небо затянутое. Ну, будем надеяться, что это к хорошему клеву. Давайте посмотрим, что мы на новом водоеме сегодня выловим. Друзья, эту неделю погода была прохладная, были дождики, вода должна быть остывшей, ночью так вообще прохладно уже. Сейчас поставил матомовский сальтарчик первым делом, здесь глубоко, попробую со дна его поднять, ну а потом будем уже пробивать на всякие приманки, как обычно, пробовать на все. Я его опущу на дно и оттуда попробую уже подымать. Вот я заякорился от берега, сколько? Метра 3. И глубина здесь около 3 метров тоже. Что это такое? Первый заброс и что-то уже зацепил. Вот, крючки поразгибало. Опа, схвати его, щучка. Мелкая, что ли? Да, щуренок. Ну, это первая поклевка сегодня, друзья. Первая поклевка с почином. Ну, друзья, шнур первый пошел. Так, может там еще кто покрупнее стоит. Здесь коряжник, зацепы идут, поставил резину, крючок спрятал. Попробуем поджиговать.
Блин, что это за удар такой был? Больше похож на окуневый какой-то. Как будто за хвост схватил. Опа, взяла, щучку что ли взяла на вертушечку. Бойко бьет, смотрите-ка. Небольшая, на полкило, наверное. Ну так бойко взяла, что, отцепится сама, нет? Пятачок здесь какой-то, затончик. Сейчас прыгнемся по ветру. Попробуем еще. Что, никак не сходит? Давайте снимать. Вот так, полкилошная. Ну так бойко, знаете, дралась. Ай. Ай. Ух ты, прыгнула как. Опа, еще одну взяла. Вот, это уже побольше, смотрите. Вот, интереснее уже щука. Вот такая. Грамм, наверное, на 800 есть. Вот она, красотка какая. Пиявка, главное. Такая желтоватого цвета. Щучка. Опа, опа. Ох, не хорошая на вертушку взяла. Смотрите-ка. Я уже просто по ветру иду. Хорошо заглотила. Вот, грамм на 900, наверное. Ну, друзья, в жабры прям глотануло. Ну, такая хорошая щучка. Не знаю, потом завешу, может быть. Не знаю. Холодно сегодня, ничего не охота возиться. Забираем ее. Друзья, ну так прошла у нас рыбалка сегодня на новом озере. Озеро большое, закоряженное. Приманок потеряли уйма. Отцепом даже некоторые приманки не смог отцепить, потому что прям конкретно село. Там у меня крючки такие кованые, стальные стояли. Короче, оторвал несколько приманок. Но рыбу видели, рыбу поймали, рыбалка удалась. Ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Всем здоровья, счастливо!